Если ребенок плачет и не может никак успокоиться, если плачет ребенок и не может никак успокоиться, есть такое средство. Нужно взять правую руку ребенка, плюнуть туда очень сильно, в это, да, плюнуть туда в руку и после этого вымыть. После этого ребенок спит. Вымыть. Вот так вот, как бы в лицо сначала рукой, как будто чтобы моргнул. После этого взять правую руку и плюнуть. После этого пойти эту руку помыть и будет спать. Это очень хорошо работает, очень рекомендую. Худой ребенок, знаете, как говорят, есть народная такая примета, ребенка купаешь, после этого говоришь, как с гуся вода, так с Маши худоба, да. Вот это работает, да. Также, если ребенка покупали, можно сверху по спинке провести вот так губами и сплюнуть через левое плечо. Таким образом, если сделать так 3 раза, то это уберет первое с глаз, второе внутренние болезни, третье внешние болезни. От попы к голове. Давайте получим, да? Как с гуся вода, так с Маши худоба. А если там покупали ребенка, нужно взять его ручкой, положить на животик, животик положить на ладошку, после этого от попы к голове несколько раз, как будто воду эту взял и сплюнуть через левое плечо. Сначала убирается заболевание с глаз, после этого внутренние болезни, после этого внешние заболевания. Как сделать так, чтобы ваш магазин начал продавать? Перед тем, как вы откроете, вы можете использовать восточную мантру или арабскую мантру. Ля филя даус рахамди рахим ассалям алейкум. Если вы 7 раз произнесете это перед дверью и после этого откроете, целый день будут очень хорошие продажи. Ля филя даус. Хотите, да, вам пока? Ля филя даус рахамди рахим ассалям алейкум. Ассалям алейкум. Ассалям. У алейкум. Рахамди рахим. Да. Почему вы не слышали?